Всем привет, ребят! Ну что, сегодня на русском сервере уже запустили новую акцию. Завтра, скорее всего, нам дадут стрелка. Еще бонусом. Так, сейчас забегу, посмотрю, что там у нас по битве гильдий. Сарделя тащит. Ну, хоть не последний. Такс, вот эта акция, карта богатства, вот такие вот плюшки можно получить. Ну что могу сказать, довольно таки неплохие плюхи, можно получить опять же фон, скин. Это скин у нас, по-моему, на эти, на армейский лагерь, в принципе неплохо. Тоже можно собрать скин на три фида. Но самое интересное здесь, конечно же, для бездонатов, это живо пятая, сразу же эмблема. Ну, в принципе, все хорошо. Поехали, попробуем 300 кулаков. Пу-пу-пу-пу, в подземках. Победу надо одержать. Ну, поехали, просто пропустим то, что я уже прошел. Так, отлично. Девять минут 20 секунд. Хорошо, поехали пока на основу забежим, тоже там заберем, посмотрим, может там повезет. У меня таки нету здесь, надо на без доната этого выбить плюшки. В любом случае надо три раза забрать в сутки это. Ну, в принципе, пока фармите 30 минут, можно получить плюхи. Так, что у нас тут? Карта богатства. Ну, вот видите, оживо. Пришествие монстров. Вот то же самое можно. Вроде пропуском тоже можно пройти. И забрать. Так, есть следующее через. Так, окей. Что еще добавили у нас на русском сервере? Так, набор сокровищ, 7-дневный набор. Ну, в принципе, дневной. И как кулаков, и 600 этих коробочек. В принципе, неплохо, но бывало получше. Смотрите, две эмблемки, точнее, сразу мы получили. Предел вместимости склада, как обычно. Так, поехали еще на английский глянем. Что у нас на английском сервере сегодня есть интересного. Еще акции, правда, не обновились. Такс. На английском андроиде, скорее всего, ведут после 8 утра. Зато и стоповый пират. Бум, 1500 кулаков с бесплатки. Как вам такое? Дремочки сыпятся, все дела. Короче, тоже мега имбовый сервер для прокачки. Так, что я здесь хотел сделать, посмотреть, что у меня делается. О, ага, отлично. Можно сделать будет следующему герою 13-13. Так, что у нас тут? Открыта угольная армия.
Давайте, знаете, кого сделаем? Кого такого интересного? Ну, Фрейю, в принципе, надо делать уже 13-м. Максималку ей. Так как она у нас в основе. Основных таких я вам уже показал. Такс, и поехали. Попробуем фармануть. Так, стрелок Роза. Ворожей. Кого нам надо еще Анубиса сюда взять? Космо нам мешать будет, в принципе. Свален тоже нам не нужен. Берем сюда Хрона. Так, тыковку. И одну можно. Так, ну давайте посмотрим. Анубиса у нас нет, да? В принципе, нам тут ворожей, я уже показывал, будет мешать. Берем сюда Анубиса. Почему ворожей будет мешать? А, потому что он замедляет, и на последнем кругу он будет реально нам в минус. Так, берем сюда Анубиса. Отлично. Поехали, сейчас быстренько их соберем на доп урон. Так. Стрелок у нас собран. И одна собрана. А, ну без с бастом будет. Уже ставим воодушевление. Так, сюда можно поставить панчика. Роза. В принципе, нормально такая тоже воодушевление ставим. Так, Хрон. Нету питомца, только на этой, в принципе, это не беда. Поехали. Так, надо нам тыкву еще докачать на 13-й. Анубиса докачать. Хранитель у меня стоит. На нем могут зависнуть. Надо его спрятать внутрь. Шестьсот шестьдесят восемь.
Давайте еще заходик один. Забежали в этот раз сверху. Вот видите, чем плохо ставить ближнего героя. Вот на примере Хрона. Ой, да, Хрона видно, что когда он с краю, получается на него агрится. Вот они минус. Так, в принципе, нормально, надо просто его внутрь поставить. Чтобы он не выбегал. Вот на примере, как Седна будет, тогда будут у вас все герои задействованы. Вот отлично, включился, мы слились. Жесть, 30-е прорывы посливались на отражалке. Хотя тоже 633, ничем не хуже. Так, ладненько, поехали посмотрим, что там у нас на втором заходике будет. Двадцать две секунды. Вот так вот, вуаля, еще один космический купон. Так, окей, а что на бездонате у нас? Ну, как видите, купоны тоже падают. Неплохо. Да, на основе поперло. Что Сарделя скажет нам? Неплохо было бы оживу словить, конечно же. Ну, в принципе, за 11 дней, я думаю, можно. Вот, вуаля, ожива за победу. Три раза. Вот такие вот пироги, ребятушки. Поэтому не пропускайте эту халяву. Обязательно участвуйте, и будет вам счастье. Все, ждите видосиков. Всем удачи, всем пока.